Здравствуйте, меня зовут Екатерина Караваева. Прямо сейчас будем говорить только о хороших новостях. Поделятся ими жители Ленинска. Внук родился. Когда, давно? 16-го. Как назвали? Назвали Дмитрием. Скоро весна, единственное, что радость. Готовитесь к весне? Да, готовлюсь. Что будет сделать? Рыбалка, дача? Отдыхать, на природу ездить. У меня сегодня наконец-то первый выходной за месяц. Как планируете провести? Сейчас вот мы придем домой, поспим, потом будем делать поделки. Скоро 23 февраля. Завтра еду на новоселье, а 22-го иду через день рождения. Весна идет, как у нас наступает. Вот тебе хорошая новость. Дача – мое любимое дело. Да. Готовитесь к ней? Готовлюсь, все сажаю, все выращиваю, закручиваю. Все есть. Хожу часто на рыбалку. Хороший улов, всегда хороший. Так что всегда, всегда счастлив, всегда весело. И это были все хорошие новости, которыми успели поделиться жители Ленинска. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте. До скорых встреч!